Ну вот, пришли мы. Фух, запыхались. Вот это вот коридор. Выломали дверь здесь. Вот, сейчас выравнивают потолки. Вот. А, здесь и живут. Такие вот потолки будут. Потом это все будет закатываться. Вот стены все равняют. Это вот коридор. Такой вот коридор. Все двери мы сняли, потому что все было в таком шатком состоянии. Вот. Здесь вот сняли кафель весь, тоже вот равняются потолки, здесь такой с гипсокартона, но все это на стадии, ой, все это делается, смотрите, вот купили мы квартиру, вот шел холодильник, и вот плита, посмотрите, какая хозяйка, какая грязная плита. Я даже не представляю, что там внутри в духовке. Ужас какой-то. Это называется хозяйка. Зато вся накрашенная, вся разукрашенная. Вот такая кухня. Вот. Пластиковые окна. Вот. Сейчас вот полным ходом идут у нас потолки, потому что на потолочке, на потолках у нас здесь была потолочка. Ну, такая, как вот раньше была. Такая потолочка. Когда ее сняли, там вообще ужас, что было. Вот. С гипсокартона сейчас вот. Все это пока в черновую. Здесь будет подсветка. Ну, прям ровненько-ровненько потолки. Прям хорошо. Вот такие вот потолки. Сейчас вот я вот как иду, так вот и сниму. На стенах у нас будут обои. На пол мы положим линолеум другой. Этот будем снимать. Вот не знаю, что делать с этой батареей. Вот, либо поменять на вот эти радиаторы. Но в принципе, сути особо не сыграет. Может быть, ее спрячем как в короб. Такой вот есть декоративные короба. Скорее всего, наверное, будет так. Балкон уже готов у нас. Вот. Все это снималось здесь. Были полностью деревянные рамы. Такой вот потолок. Вот. Там дальше идет два таких шкафа объемных. Вот я туда, наверное, не пройду. Но, в принципе, такой же будет шкаф и с этой стороны. Вот видите, удобно. У нас сразу два шкафа. Открываете. Там такие вот два полноценных короба, где можно все хранить. Вот. Также и внизу тоже два таких полноценных шкафчика с полочками. Вот. Вот эту стену это будем еще заделывать, штукатурить. Вот на пол пока положили, как же его, USB. Вот. Еще, в общем, здесь осталась стена и полы. В общем, еще, как говорится, до черта работы. Вот. Ну, потолки мне прям нравятся. Все это пока вот в черновой. Смотрите, вот, что творится. Вот.
Так, и пошли сюда. Здесь тоже коридор. Здесь вот была дверь за вот этой прихожкой. Это тоже вот эти бывшие хозяева оставили. Вот. Это они еще называют мебелью. Так, вот здесь был вход в туалет. Здесь, в общем, санузел был разделенный. Вот, мы его объединили. Объединили. Я даже не знаю, если здесь... Саш, тут света, наверное, нету, да? Выйду с ночного режима. Так, здесь вот у нас тоже такой коридорчик. Здесь вот такая кладовка. Тоже здесь были какие-то старые доски наподобие каких-то полок. В общем, сняли все двери. Вот, и пошел вход в спальню. Вот такая спальня, такая квадратная. Тоже сейчас делаются потолки. Вот, затирается. Ну, прям хорошо затер. Вот. И будут вот такие вот светильники. Это, видать, пробовал он подключать. Это вот у нас знакомый делает парень. У меня на работе он работал. Сейчас вот он ушел и как бы работает на себя. Вот такие вот потолки с подсветкой. Вот. Здесь, в принципе, стены ровные. Вот. Единственное, их обклеить надо будет обоями. Здесь вот выход. Здесь выход. Все, он штробил под проводку. Вот здесь. Это пойдет у нас под светильник. И здесь будут выключатели. Вот везде вот проводка. Везде все это провода брали. Все. В общем, вот в таком плане у нас продвигается наш ремонт. Вот такая квартира. Планировка вроде неплохая. Вот как бы спальня отдельно. Тут вот идет коридор. Сразу вход в ванну. Все. В общем, жалко, не могу показать ванну. Вот такие вот делают. Ну, сухо, тепло. Вот, вот здесь вот тоже проводку вывели. Здесь у нас будет светильник освещать вот эту часть коридора. И везде еще надо будет покупать еще двери. И... А, это светильник, да? Ну вот. Угу. Хорошо. Сейчас вот именно вот такие вот раньше у меня в квартире. Вот это уже идут как светодиодные лампочки. Они энергосберегающие. Вот. И они не плавятся. У нас, Саш, у нас расплавились. А вот эти вот они экономные и как бы светят такой, как приглушенный свет. Но, в принципе, не будет такой приглушенный, да, Саш? Будет хорошо. Ну, вот такие вот дела. Все в пыли, все. Ну, одним словом, идет ремонт. Саша, вот думаю насчет вот этой батареи. Продают же такие декоративные, как решетки. Конечно. Может быть, зачем ее менять? Надо будет просто поставить, и она будет декоративно, под дерево. С решеткой. Да. А в этом... Не знаю, не включается там. Хотела показать ванну. Вот у нас уже готова ванна, но еще там кое-что сделать. Включил, да? Что я сюда пришла? А, я сюда хотела показать вот эти батареи. Ну да, наверное, придется вот брать такую декоративную... декоративный короб и как-то это все дело прятать. Потому что чугунные батареи, есть чугунные батареи. У нас вот эти вот радиаторы мы поставили. Как бы, ну, дают, когда отопление, они начинают где-то подтекать. Ну, еще мы об этом подумаем. Включил, Саша, газ, свет.
ванне. Ванна еще просто не мытая. Она еще вся как бы в пыли. Вот. Ее надо. Вот видите, ее надо отмывать. Вот. Ну вот. В таком плане. Здесь вот у нас пойдет как такая в виде как вставка пионы. Вот. Розово-серые тона. И полы у нас будут серые. Сколько? В один кафель. Над ванной серый кафель. А дальше уже идет такой, как разбавленный свет. Но одно хочу сказать еще. Кафель не мытый. Все это в пыли. Все это надо будет мыть. Включаются отдельно два светильника. Хочешь один, хочешь два. Спрятали вот эти трубы. Все. Все идет под кафель. Вот эта вся канализация. Потому что это все было снаружи. Вот, вывели сюда отдушину. Везде розетки. Тут розетка. Вот. Здесь вот спрятали все трубы. Все. Вот такие вот дела. Вот. Так что красиво. Привет, привет. Вот такой вот шкафчик. Он удобный. Вот сюда что-нибудь поставить. Здесь вот уже купили под мыло, под крючки вот такие. Потом такая штука для стакана и для мыльницы. Вот. Вот такие вот дела. Еще вот здесь вот надо будет вставлять дверь. Вот. Поменяли трубы здесь все. Вот. Змеевик. Видите, все в пыли еще. Все это надо будет мыть, отмывать. Вот такие вот дела на данном этапе наш ремонт. Вот. Ну все, поехали мы домой, так сказать, отдыхать. Вот. Входную дверь тоже будем вторую ставить. Железная вроде ничего пойдет. Вот. А вот эту внутреннюю дверь уже будем как на кухню, так и, ну, чтобы было все в один тон. В общем, работы еще хватает. Работы хватает. Вот. Ну все. Всем пока-пока.